Военных уничтожил группу турецких боевиков, направлявшихся в Карабах. Аллаху акбар! После того, как несколько дней назад стало известно о том, что российская боевая авиация разгромила лагеря по подготовке джихадистов для войны в Нагорном Карабахе, несколько часов назад появились данные о том, что российские военные успешно нанесли еще один точный и невероятно мощный удар по группе боевиков. Удар пришелся по складу боеприпасов и буквально поднял в воздух лагерь по подготовке джихадистов, готовившихся направиться в Нагорный Карабах со дня на день. На представленных видеокадрах, как утверждает источник, можно увидеть момент нанесения удара российскими военными. Учитывая тот факт, что самолеты в небе замечены не были, существует предположение о том, что удар мог быть нанесен с беспилотного летательного аппарата, хотя никаких официальных заявлений на этот счет нет. Редакции информационно-новостного агентства «Авиапро» удалось выяснить, что ударом подвергся район населенного пункта Маарет Эль-Хуан в сирийской провинции Идлиб, где, по появлявшимся ранее данным, находился один из пунктов вербовки и подготовки джихадистов для последующей их отправки в Турцию, а уже оттуда в Нагорный Карабах через территорию Азербайджана. Судя по опубликованным видеокадрам, потери джихадистов являются очень внушительными.